Друзья, давненько я не был на Лесопарковой. В области прошло масштабное обновление подвижного состава у нас. Вот теперь, в том числе на таких дальних маршрутах, аж до Протвино, ездят в том числе новые ЛиАЗы, вот такие, 5292. Смотрите, сколько народу в очередь вот стоит. Один пассажир, который приехал сейчас на этом рейсе из Протвино как раз до Москвы, до Лесопарковой, сказал, что предыдущего автобуса не было. Я не заметил, правда это или неправда. Но тем не менее, сегодня вечер пятницы, народу полно. Должны, по идее, работать нормально. Тем более, что сейчас летний сезон, когда народу особенно много. Еще проблема огромная заключается в том, что в автобусах в таких отсутствуют валидаторы. Всех сейчас будет вынужден обелечивать водитель, даже тех, у кого карточка имеется. То есть вместо того, чтобы просто пассажиры вошли в автобус и пробили карту на валидаторе, дополнительное время занимается на то, чтобы водитель все это дело еще пробил. Конкретно такая проблема на самом деле сейчас повсеместно, по всей Московской области, на маршрутах, где работают вот такие новые ЛиАЗы. Но такие очереди встречаются далеко не везде. Люди массово жалуются на такие новые машины, когда их ставят на такие дальние маршруты. До Протвино ехать 2 часа, по меньшей мере, это если без пробок. Я дошел, посмотрим, сколько времени сейчас посадка займет. Впереди себя я сейчас даже боюсь представить, сколько человек в очереди. Ну, порядка 30. По меньшей мере. Еще за мной люди встают. На посадку Серпуховский встал 458. Надо, кстати, отметить, что в прошлом году летом он ходил с интервалами в 30 минут. И только на зиму делали интервал по 45. В этом же году интервал так и остался по 45 минут. Автобусы все уходят битком, просто забитые. Thank you.
Хорошо отметить, кстати, что здесь вот непосредственно, где я сейчас, вот та часть очереди, в которой я стою, здесь у нас остановка уже других автобусов. За мной очередь образовалась уже довольно-таки большая. Я сейчас буду потихонечку из нее выходить и покажу, сколько в целом вообще народу стоит. Давайте посчитаем, сколько уже людей встало в очередь. Порядка еще человек 10-15. И сколько людей вмещает вот такой автобус? 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12. 17, 19, 21. Навскидку 35, а то может быть даже под 40 человек. При том, что автобус уже, наверное, как минимум на треть заполнится. До Наукограда Протвино. Ну, вот сейчас посмотрим, какое шикарное у нас расписание с интервалами. Раз в час. То есть, если просто люди не помещаются в один автобус, будь любезен, жди следующий целый час. Либо можно поехать через Серпухов с пересадкой. Автобус уже заполнил наполовину, как минимум. Народу очень много. И вот сколько еще будет сейчас стоять, скорее всего, ждать еще следующий автобус. Потрясающе. Вот вам, друзья, и пятничный вечерок. А что?